знакомы, друзья, зрители, читатели. Сейчас я нахожусь в Монако. Это маленькое микрогосударство на границе Италии и Франции, на их юге. Я здесь всего лишь на полдня. Посмотрю, как здесь разные люди ходят, развлекаются. Аттракционы, яхты, птицы, море. Ну, такой уголок не для бедных, надо сказать. Интересное место, но ненадолго. Посмотрим, как здесь происходит жизнь. Княжество Монако. Большое количество яхт стоит. Целая пробка из яхт. До Нового года еще больше полутора месяцев, но уже привезли бутафорские елки. Все, чтобы стимулировать новогодние распродажи и повышенные траты денег у населения. Наверное, для этого. Вот эти искусственные елки. Ну, если потрогать, вроде и настоящие, только в таком они в цементе сделаны. Сильно заранее готовятся жители Монако к Новому году. Или у них распоряжение от князя Монако такое, что уже елки ставить, непонятно. Монако княжество небольшое, вот они его постепенно расширяют. Камни привозят и кладут на дно моря. А там дальше Франция уже. Вот, постепенно увеличивают площадь княжества, как могут. Насыпают, камни подкладывают, песок сыпят, чтобы княжество стало немножко побольше. Есть тут даже свой Эрмитаж, вон здание с надписью «Эрмитаж». Но это не музей, это гостиница. Вот схема городских автобусов Монако. Собственно, их несколько, есть даже ночной автобус. Но, собственно, и вся страна в этих шести автобусах заключается. В Монако много машин, как обычных, действующих, так и искусственных. Потому что здесь проходили гонки Формулы-1, и это памятники этим гонщикам. Собственно, и все Монако, прижатое к морю горами. Уже все. Ну что, друзья, сейчас я нахожусь около замка Монако, здесь княжеский замок. Монако до сих пор управляет князь, а не президент. Ну и за мной, за моей спиной находится, собственно, вся страна. Вся эта миниатюрная страна Монако. Вот, собственно, и она. Эти яхты в гавани Монако, эти горы, которыми страна уже ограничивается, заканчивается, жилые многоэтажки и гостиницы. Все, Европа. Это кто-то из окошка выглянул, не знаю, князь или просто мужик с какой-то бутылкой цветы поливает. Ну, вряд ли князь, конечно, какой-то служитель.
княжеский замок с другой стороны. Скала довольно серьезная у него. Под ней туннель прорыли. Это Монако такое крошечное, что я сам случайно шел-шел, не заметил, пришел во Францию. Даже не заметил, как страна кончилась. Ну, сейчас обратно вернусь, обратно в Монако, назад, то есть. А там Франция. А вот здесь мы видим, как Монако тоже расширяют в сторону гор. Выдалбливают скалу, чтобы еще что-то построить. То есть Монако расширяют и в сторону моря, море насыпают. И скалу долбят, гору тоже, страну расширяют. Ну, кому досталась такая страна, приходится расширяться, как получится. Вечер. Вечер над Монако. Здесь, недалеко от Монако, в 5 километрах от него, растет уникальное оливковое дерево, которому больше 1000 лет. Точно не знаю сколько, ученые сами точно, наверное, не знают, но считается, что больше 1000 лет этому дереву. Вот интересно, конечно, сколько веков уже прошло, а оно все растет. Итак, друзья, здесь, на берегу Средиземного моря, я попрощаюсь с Европой. За моей спиной вдалеке Монако, дальше Средиземное море, а за ним уже Мальта, за ним Африка, куда я, собственно, собираюсь в ближайшее время. В Африке будет теплее, веселее. Посмотрим, как там будет. До свидания, Европа. Мир тебе. Ассаляму алейкум.